Тирасполе есть дом под номером 13, но справедливости ради стоит заметить, что он такой чуть ли не единственный. Несмотря ни на что, даже сегодня, в пятницу 13-го, здесь не ходят толпами черные кошки, темные тучи над ним не сгущаются, да и вообще признаков нечистой силы совсем нет. Однако совсем без мистики не обошлось. Магическое число так и преследовало нашу съемочную. На двери подъезда этого дома есть кодовый замок. Сейчас проверим, насколько он мистический. Попробуем нажать 13. Вот квартира номер 13. Несмотря на опасения, хозяйка нехорошей квартиры дома номер 13 оказалась милая пенсионерка. Валентина Кучеренко живет здесь более 30 лет. И, как она сама уверяет, нечистым духом даже и не пахнет. За это время потолки не сыпались, стены не дрожали, да и полтергейста не наблюдалось. Единственным мистическим существом оказалась только кошка Кроха. У меня всю жизнь сопутствует 13 число. Прежде то, что мы эту квартиру получили 13-го ордер нам выписали на эту квартиру. 13 февраля 51 года у нас была свадьба с мужем, и прожили мы 33 года. В недостроенном доме гуляет пара. Этот поступок может показаться кому-то более чем отважным, но для Милы и Александра нет ничего невозможного. Свой дом они уже давно построили. Эта пара сложилась без ведьминских заклинаний. Снимали мы их 12 июля, а сегодня у молодой пары свадьба. Это для нас прям счастливое, мне кажется, число. У меня вот невеста родилась 13 числа, это уже была пятница. У меня у будущего супруга, у жениха, папа был 13 номер, да, он играл за команду. Под таким же номером играет и Алексей Андрус. Под этим номером он стал чемпионом Европы. Магическое число – скорее счастливый набор цифр в жизни спортсмена. 13 раз подряд попасть в корзину для него тоже не составит труда. И магия здесь ни при чем. Был 13 номер свободен. Мне его дали, я не знаю, или в стереотипы, как многие, которые были постарше, они верили, что оно как бы чертова дюжина и не везет. Это и вот мне достался этот номер, и вот он уже у меня на протяжении лет 15, наверное. Сейчас на часах 13.13. По всем законам подлости со мной должно было произойти что-нибудь ужасное. Но ничего не происходит. Так может быть, тем людям, которые верят в эту мистическую цифру, просто воспринимать ее как 12+1? Наталья Терских, Роман Донец, Олег Коваленко и Тимофей Чекан. Первый республиканский.